Что касается вакцинации, то она в Карачаево-Черкесии с каждым днем набирает обороты. Уже привито более 5000 жителей региона. А накануне в республику доставили дополнительную партию из 1100 доз вакцины «Спутник-5». Открыты 15 пунктов вакцинации, для работы в которых привлечено полсотни медиков. Кроме того, в регионе действуют 14 мобильных пунктов вакцинации. Эпидемиологическая ситуация в республике складывается следующим образом. Всего у нас зараженных по республике с начала пандемии 18 667. За последние сутки было у нас 50 новых случаев. На стационарном лечении у нас находится 374 пациента. Выздоровели 16 950 больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию в любом виде, в легкой, в средней, тяжелой степени. И непосредственной причиной смерти у 60 человек стала непосредственно новая коронавирусная инфекция. Хочу заметить, что несмотря на спад заболеваемость у нас в республике, как мы помним, в декабре месяце ежесуточный прирост у нас составлял более 90 человек, расслабляться не стоит, поскольку каждый день у нас имеется 50 новых случаев, это только новые случаи, есть еще бессимптомные, которые еще не знают о своем заболевании, контактные, поэтому риск заражения еще остается. И с учетом того, что у нас февраль, март являются ежегодно месяцами роста заболеваемости по вирусным инфекциям, тогда, конечно, надо быть еще вдвойне осторожной, соблюдать все санитарно-эпидемиологические условия, которые мы ранее озвучивали.